Челябинская область выиграла в голосовании за право проведения фестиваля «Культурный код». Южный Урал набрал более 140 тысяч голосов и занял первое место. Сейчас организаторы опроса проверяют его на накрутку. После этого объявят окончательно три области, в которых раскрасят граффити фасады домов. Я считаю, что для города такой фестиваль очень нужен. Наш город примет какие-то новые цвета, яркие. Вот, приедет очень много знаменитых художников, как русских, так и за границей. Фестиваль планируют провести с 15 апреля по 30 октября под девизом «Safe and Sound», что означает «в целости и сохранности». В нем примут участие 40 художников-граффитистов. Они нарисуют на домах Челябинска более 100 уникальных граффити. Мы считаем, что это определенный рывок и прорыв для города с точки зрения и благоустройства, и внешнего вида, и надеемся, что и содержание, что это будут те картинки, которые будут наполнены смыслом. Организаторы фестиваля – президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. Уже сегодня они объявят официальные итоги всенародного голосования по фестивалю после проверки голосов.